На сегодняшнем заседании российская сторона должна ответить на обвинения в финансировании терроризма и расовой дискриминации. Украина утверждает, что Россия оружием и деньгами поддерживает самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Сейчас вы видите кадры прямой трансляции с заседания. Оно только начинается, вот в эти минуты как раз. Международный суд ООН впервые рассматривает обвинение отдельного государства в поддержке терроризма. Кроме того, Киев требует от российского правительства компенсации за сбитый малазийский Боинг и за обстрел гражданских лиц на востоке страны. Точная сумма финансовых требований не называется. Другой иск Украины к России касается Крыма. Сумма ущерба по оккупации составляет около 100 миллиардов долларов. Украина настаивает, что российские власти на полуострове подвергают гонениям татар и украинцев. А сейчас в связи с запретом, официальным запретом, объявлением Меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организации, открывается поле для очень широкого круга репрессий. Такие преступления не совершались даже в сталинские времена. Там была процедура убийства людей. А здесь без всякой процедуры любой человек может в любое время исчезнуть.